вами Александр Южаков, и сегодня мы с вами напишем пионы. Я взял холстик форматом 40 на 50 сантиметров. Это хлопчатый холст с акриловым грунтом. Краски сегодня я использую: белила титановые, кадмий желтый светлый, кадмий красный светлый, краплак розовый прочный, марс коричневый темный прозрачный, голубая FC, бирюзовая и ультрамарин светлый. Для начала я предлагаю взять белила вместе с ультрамарином. Теперь нам необходимо этот цветочек начать с теневых его проявлений, то есть со стороны тени и по краям, постепенно его уводя в центр. То есть мы будем приносить листики с краю и в серединку. Посмотрите, как грубо начинается работа. Но достаточно быстро. Что важно, здесь это скорость первичного набора. Нужно постараться немножечко быстро это сделать. Цветка появится свет. Там, в свою очередь, имеется сопротивление тени за цветком. То есть, видите, как бы шахматный порядок расположения тени и света. Если сзади темно, то спереди светло. Если спереди темно, то сзади светло. И вот так по всей картине. Таким образом, мы как бы отрезаем. Открытый белый в цветах не использую. Стараюсь все-таки брать там оттенок белого, смешанный с красным. Практически белый, но немножечко все-таки более теплый, благодаря добавлению красного.